Привет! А ты чё, меня не узнал? Это же я! Только в немножко другом месте по отношению к вчерашнему ролику, где я был в Португалии. Да! Я наконец-то вернулся в Новосибирск! Вот вы даже не поверите, я летел прям сутки и только вот недавно проснулся, потому что я спал там часов 12. Как бы нужно же выспаться хотя бы один разочек за всю жизнь, а то я до этого момента нормально так и не спал. И первым делом, что я сделал, это зашел в Майнкрафт. Как я выяснил, тут в Новосибирске у нас очень прям много всего интересного случилось. Пока я был в Португалии, Катюха у нас начала прям жестко затротить в Майнкрафт. Она меньше стала ходить на работу, она меньше стала учиться. Все, что она делает, это что-то строит, добывает всякие ресурсы. Ресурсы копает и просто затротит Майнкрафт. В этом есть и минусы, а есть и плюсы. И самый главный плюс в том, то, что у нас снова будут выходить ролики с Катей прям, ну, где рядом она прям со мной сидит. А чтобы это произошло и чтобы ты никогда не пропускал мои новые ролики, обязательно подпишись на канал. Для меня это будет прям огромнейший подарок. Мы недавно перешагнули отметку в 4 миллиона подписчиков, но это же не конец! Следующая цель — 5 миллионов подписчиков. И до Нового года давайте мы сделаем какой-то подарок. 4 миллиона 600 тысяч до Нового года. А? Сможем? В прошлой серии мало чего изменилось. Я превратил дом Катюхи в песчано-кактусовый. Мне кажется, она уже немножко к нему привыкла. Я сейчас посмотрю, что она там делает. И сегодня я подготовил новые способы для троллинга. Стоит, смотрите, стоит. Сраный песчано-кактусовый дом. Вот как можно было такую красоту испортить? Ну я так любила свой дом, капец. Ладно, короче, я здесь опять давно не была, надо полить цветы, убрать зонтики, чей-то забытый плащ. Я не знаю чей, но он меня раздражает. Так, у нас закончились перделфорты и пропиздо. Нужно сходить в аптеку, проверить все ящики. Чё-то, блин, я тут застряла дома, если честно. Надо будет прибраться. Где пылесос? Где пылесос? Это похоже на пылесос? Как думаете, эти можно пылесосить? Нет, наверное. Ладно. Так, еще у меня где-то в шкафу, вот здесь вот в шкафу, у меня были запасы. У меня здесь есть яблочко и 4 алмазных яйца. Я пойду и себе сделаю покушать. Ты где? Ты где? Алло, ты думаешь, я тебя не заметила, что ли, или чё? Где это? Не буду ругаться при детях. Ты где? Пропал, зараза. А вот ты где, ну-ка иди ты! Какашка такая, иди сюда! Иди в пипуку! Иди сюда, пипуку! Не пойду, иди сама в пипуку! Все, отстань от меня, Катя, играй себе дальше там в Майнкрафт, все! Верни мне мой дом нормальный, я уже устал от этого кактуса! Да! Пока! Пока! Все, Кать! Укуси ее за задницу, перчик! Какую за задницу? Сейчас тебя за задницу укушу! Не надо меня за задницу укушать! Да не надо! Не работает! Она ему пропускает всех! Стёпа! Убираем копыта с нашего дома! Я провалилась куда-то! Я тебя поздравляю! Ушла Стёпа, как ты? Стёпа, Стёпушка, мы в этой серии для Катюхи подготовили прям много всего интересного. Так, ты стой здесь, я пойду за ловушками. Я возьму ТНТ, я возьму блоки лавы, я возьму фейковую лаву, настоящую лаву, я возьму свой волшебничный топор, который прям действительно умеет творить чудеса, и в принципе на этом, мне кажется, все. А зажигалку еще возьму, потому что потом мне нужно для Кати будет еще кое-что построить. Опа! Стёпушка! Заправляй седло, и мы с тобой потопали. Ты куда ушел? Измененные текстуры у нас будут творить чудеса. Я сделаю вот так. Потом с волшебным топорчиком я сделаю вот так и пропишу set obsidian. Это у нас обсидиан, только как ты видишь, с измененными текстурами получается то, что лава. Я сейчас немножко Катю смогу надурить, чтобы она немножко так же обосрунькалась, когда увидит то, что у нее весь дом в лаве. Надеюсь, я смогу когда-то научиться свистеть. Кать! Чё тебе надо, Катю? Пёс? Это ты сама псина, ты чё меня обзываешь? Иди сюда, давай разберемся, как мужик с мужиком. Ну, в смысле, мужик с бабой. Выходи. Я тебя боюсь, я не хочу выходить.
Давай сюда, сыкуха, докажи подписчикам то, что у тебя есть железные сиськи, а не вот так, как ты сейчас боишься. Выходи давай! Это что еще такое? А, ну все, Кать, сейчас твой дом к чертовой бабушке сгорит. Ты, у тебя вообще все хорошо с головой. Тебе что надо от меня? Я хочу тебе продемонстрировать то, что я у тебя необычный парень. Хочешь в этом убедиться? Спорим то, что я смогу тебя удивить, Кать? Ну ты меня как бы в принципе удивляешь каждый день своей тупостью. Ну а так давай попробуй. Спорим то, что я умею ходить по лаве, и она меня не будет убивать. Я прям буду над ней левитировать. Ты что, гонишь? Ты мне не веришь? Спорим с тобой на одну партию блинчиков. Вот если я продую, если все же она меня убьет, я тебе делаю блинчики. Если ты продуешь, ты мне блинчики, борщ, сырники, заваришь кофе, заваришь чай, торт сделаешь, драники сделаешь, пельмени, вареники. Ладно, я не верю тебе. Ты просто меня обманываешь, как обычно. Хорошо, хорошо, давай. Степа, снимай на камеру, снимай. Раз, два, с... Ты опять там что-то подстроил просто и все, да? Да в смысле, что я подстроил? Что я по... Кать, да ты тоже сможешь ходить по лаве. Вот, не, вот прям... я боюсь. Самое главное, это просто в себя поверить. Вот давай на счет три, ты станешь на лаву. Я тебе еще раз покажу, смотри, я могу ходить. Видишь, я просто верю в себя, то, что я это могу делать. Вот давай ты так же. Я не знаю, нет, я... Ну попробуй, давай... я уверен, нет. Если я ты... Я не хочу умирать! Кать, смотри! Даже Степа может! Степа, иди сюда, собака! Смотри! Опа! Даже Степа бегает, а Степа осел! Степа в себя тоже, что ли, поверил? Степа в себя очень сильно верит. Вот если ты в себя поверишь, ты также сможешь ходить по лаве. Ты готова? Ну давай. Давай. На счет три прыгай, и все у тебя получится. Давай, раз, давай. Два, три! Катина, ты сутулая! Ты просто в себя плохо поверила! Я тебе сказал, чтобы ты верила в себя, Катя! Смотри, я могу ходить по ней, все нормально! Ну как так? Ну лохопедина лохопецкая! Ой. Но на этом еще наши пранки, наш троллинг не заканчивается. Посмотри туда. Видишь, что у меня там на крыше находится? Видишь? Но это будет чуть-чуть позже. А пока что я тут придумал еще один новый способ, чтобы у Кати просто башка взорвалась. Ты готов? Вот я готов. Катюх! Кать! Я не выйду! Да, это самое главное, то, что я тебе и хотел сказать. Главное, на улицу не выходи, здесь очень страшно. Зайди обратно в дом. Молодец-то какой, вы только на нее посмотрите, так, ага. Катюх, я тут немножко пройду через твой дом, ты не против, проходной двор просто у тебя? Угу. Кать, у меня такой вопрос к тебе, а ты любишь, в принципе, арбузы? Ты любишь арбузы? Я сейчас все что угодно люблю, кроме тебя. Хорошо, тогда, Кать, разрешите представить... Меня телепортировал. Я тебя никуда не телепортировал. Ты офигел, ты мой сральник золотой в кактус превратил. Это арбуз, а не кактус. Вообще, блин, страх потерял. Тихо. Ну я ж тебя спросил, тебе нравятся кактусы? Ты сказала, кактусы. Тебе нравятся арбузы? Ты сказала то, что нравится. Вот я и превратил весь твой дом в арбузы. Кать! Ты где? Иди сюда. Не скажу тебе, где я. А вот ты где? Тихо. Ну, Кать! Да собака... Да отстань ты, пожалуйста, от меня. Все. Ну ты ж сказал то, что тебе нравятся арбузы. Кать! Мне нравятся арбузы. Ну жить в них мне не нравится. Ну так получилось. Извини, пожалуйста. Ты его еще и поломался. Все, Кать, я сматываюсь. Верни мой дом. Первоначальное его место. И дизайн. Вот, все, вернул. Это кактус сраный, верни мне мой дом. Ну, какой только получился, все, отстань от меня, Кать. Степа! Хвост в руки и сваливаем, в копыта точнее. Я сейчас твоего Степу зарублю,
и тебя зарублю, и вот этого перчика твоего зарублю, иди сюда! Живодёрка, живодёрщина просто! А ты издеваешься надо мной уже в 505-ю серию, да тебе подписчики пишут, какой ты плохой! Мне подписчики не пишут, какой я плохой! Они пишут, типа, они не как пишут. Ты обижаешь, скотина, иди сюда! Я не обижаю Катю никогда! Стёпа, подпрыгивай! Ну и все! Ага, спрятался, слепошарая слепотина. Все, пошли, Степ. Вот я стою. Да, я вот здесь стою, да. Как в тебя что-нибудь кинут, например, арбузы мы тебя закидать? Врунишка, не пишут мне такое подписчики. Подписчики наоборот ставят лайки, чтобы новая серия выходила. Ага, новая серия издевательства, да. Да, да, потому что они любят, как я над тобой иногда издеваюсь. В этом-то вся и фишка. Все, проваливай с моего дома. Иногда, ну, иногда получается каждый день. Все, сваливай отсюда. Пошли, Степа. Нас обижают здесь. Охраняй сральник. Осел и дебил. Степа, стой здесь. У меня еще третий план есть. Если вы не заметили, это лестница, да. Это не кактус, это лестница, да. Просто страшный Майнкрафт, прям очень страшный Майнкрафт. Я для Кати подготовил еще кое-что интересное. Знаете, существует обсидиановая пушка, а у меня лавовая. Катюха сейчас точно офигеет. Так. Ай, не долетело, немножко не долетело. Так, давайте еще раз, два, вот так и... Давай! Да, а как сделать так, чтобы оно долетело? Она как-то слишком слабенькая, вот эта пушка. Может побольше здесь TNT? Может ты побольше... Ой. Ты Стёпу задел, придурок! Стёпа, у меня дома находится этот фейковый Стёпа какой-то! Ты чё творишь, а? Ты чё сделал? Да хватит! Я в Катю попал! Кать! Я иду к тебе убивать. Не-не-не-не-не-не-не-не-не! Куда? Я в свой дом случайно попал! Защищаемся от Кати! Так тебе и надо. А, это не настоящая лава еще? Да как мне в тебя попасть, я не понимаю, Катюха! У тебя совсем крыша поехала, псих, успокой! А-а-а! Ты что делаешь? Я свою пушку взорвал случайно! Ты посмотри, что ты наделал! Что? Что? Как Стёпа убежал из дома? Это, ты же сказал, что это фейковый Стёпа. Хорошо, что он жив остался, не беда. А я все же попал в твой дом, смотри! А, ну я же его прям раскромсал так нормально даже. Я беру Стёпу, и мы уходим. Оставь Стёпу в покое, это мой сын! Стёпа! Все, он больше не твой осел. Он мой осел. Куда до свидания? Кать! Украла моего бедного осла. Фу. Ну, я как бы тоже не настолько сильно огромный пописяка, чтобы вот так издеваться над Катей. А то потом подписчики действительно начнут в комментах писать то, что я прям, ну как-то слишком жестко с Катей поступаю. Поэтому перед тем, как создать вот эту лавовую пушку, я сохранил мир с домом Кати. Поэтому я сейчас перезапущу сервер и вернусь. Ты вернул мой дом! Ну, я наполовину, сказал... конечно. Ну нет, таким, как он должен быть. Я же тебе сказал то, что все хорошо, Кать. Все, вот прям все отлично. Можешь идти продолжать жить. Да, я немножко тебя затрою. Да, бывает такое со всеми. Ну, извини, ну в моих жилах течет тролинская кровь. Ну что я с этим могу поделать? Да, заходи обратно. Отлично, все, спасибо, что вернул дом. Пока. Угу. Давай. Так. Раз, два, три, четыре. Сейчас нужно построить небольшой такой портальчик. Ага, активируем его. Прекрасно. Сейчас что произойдет с Катиным домом? Ну, такого она точно ожидать не могла. Если она думает, то что мой троллинг закончится на том, то что я стреляю с TNT-пушки, или закончится на том, то что я ее дом превращаю в арбуз,
О, нет, Катюх, на этом это точно не закончится. Катюх, я через твой дом пробегу, все же, да, проходной двор, спасибо. Магия вне Хогвартса с исчезновением. Я сейчас вырежу полностью ее дом. И, ну, и потом ты сам все увидишь. Копируем дом и вырезаем. Ты что сделал? Пока, Кать, пока! Куда пока? Пока! Пока! И можно вот сюда. Давай, 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 давай. Да, вот так. Сейчас ждем Катюху, пока она придет. Я зайду в спектейтермен. Ага, вот так. Катюх! Ты идешь там, не идешь? Это мне в рамку зайти нужно, что ли? Да, в фиолетовую рамку нужно зайти. А это безопасно? Безопасно на 98%. Заходи давай. Ой, я сломала что-то все. Че это за фигня? Выходи, ты в аду просто. В смысле в аду? Ты где? Ну, в прямом смысле в аду. Я где? Да это не важно, где я. Ты посмотри, что здесь еще есть. Мне кажется, вот здесь тебе как раз таки понравится жить. Кать, ты не в ту сторону бежишь, в другую. Назад, налево, налево побеги. Налево, налево, это прямо, налево. Вот, да, молодец, вот туда. Так там обрыв. Ну так ты не по обрыву иди, да, вот сюда. Это мой дом. В аду. Ну ты не делаешь. Здесь ему самое место, Катюх. А ты где? А я неважно где я. Я у себя в комнате сижу, мне здесь нормально. А вот, а ты будешь жить здесь. Ага. Ну, вот так вот, значит, да, ты со мной? Значит, в ад меня отправил, да? Да. И дом мой в ад отправил, да? Ну, тоже немножко, да, есть такое. Троллишь меня, значит, да? Не, ну, чуть-чуть бывает иногда, но ты же видишь, раз там в пару дней, когда у нас есть... Да. Тебе хана. Да ты меня не достанешь, да я в гемоде 3. У тебя есть 30 секунд. Кать, ты меня не достанешь, я в гемоде 3, пошло. Я лита... Какие 30 секунд на ш... Кать! Так, подожди, так мы в Майнкрафт играем, это... Бери ножницы свои, ты... Если ты не хочешь, чтобы я сейчас ему прическу подправила, лайк поставил, 50 тысяч, и я троллю твой дом! Его дом. Ну, мне даже интересно, на самом деле, стало, подожди. Вот если мы наберем 50 тысяч, вот тогда Катя в следующей серии мой дом затроллит. Я не знаю, как она его будет троллить, но, мне кажется, нужно... Вот так вот будут троллить! Нужно, только не ножницами. Нужно дать ей шанс... Не трогай мою прическу! Нужно дать ей шанс, чтобы она меня затроллила. А то я над ней, ну, совсем чуть-чуть поиздевался, мне кажется, ей сейчас... НЕТ! Так, поставь, чтобы вот этого не произошло. А то я буду лысым бабуином. Не надо. Все, встал быстро. Только ножницы положи на место. Я на своем месте. Наушнички. И заканчиваем серию. Так, как вернуть мой дом теперь обратно на землю?